Муромский спортсмен вошел в пятерку лучших на чемпионате России по тяжелой атлетике. На соревнованиях в Чебоксарах Геннадий Муратов выступал в супертяжелой категории плюс 105 килограммов с весом 111. Это был отбор на чемпионат мира, который пройдет в ноябре в Соединенных Штатах Америки. Несмотря на травму, Геннадию удалось показать хороший результат – 174 и 210 килограммов и занять 5-е место. Впереди у спортсмена подготовка к Кубку России, который состоится в январе 2018 года.